Депутаты фракции «Единая Россия» в Совете округа провели встречу с активом первичных отделений Старого и Нового городков, поселка санатория имени Герцена, деревни Гигерева. Обсудили с однопартийцами итоги избирательной кампании по выборам президента России, вопросы взаимодействия и сотрудничества в рамках реализации партийных проектов, проведения мероприятий патриотической, волонтерской, общественно-политической и благотворительной направленности.